Многие родители одобряют решение своих детей поработать летом. Однако на пути к мечте подросткам предстоит пройти сложный квест, найти подходящее место и собрать необходимые справки. Какие документы нужны для трудоустройства? В каких сферах не отказываются от детского труда? Узнаем в программе «Город С». В студии директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. Смотрите 5 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».